Арена для новых рекордов. Свои имена в книгу достижений вписали отечественные циркачи. Трюки, показанные в столичном цирке, шокируют и срывают овации зрителей. Ведь любое неточное движение артиста может привести к серьезной травме. Какими рекордами теперь могут гордиться украинцы, знает Оксана Кодунова. Все, что сегодня будет происходить на этой цирковой арене, результат многолетней физической подготовки. Сами артисты признаются, трюки опасны для жизни. Этот цирк на грани человеческих возможностей. Свой первый титул Станислав завоевал в детстве. Ребенка с недюжиной силой назвали сибирским чудом. К 28 годам он уже стал рекордсменом. Выполнить это упражнение обычному человеку не под силу, а подготовленный физически сделает максимум 2 таких движения. Станислав делает по 10 на каждой руке, а после за минуту еще 25 раз. Занимался столько лет, не пропал это, чтобы показать людям, что есть сферы, где еще людей не было, и что все возможно. Вторым на арену выходит украинский Геркулес. Это не прозвище, а почетное звание Дениса. Так его называют во всем мире. Жажда рекордов настолько одолела артиста, что ранее заявленный вес в 0,5 тонны тут же возрастает до 570 килограммов. Первая неудачная попытка не расстраивает артиста. Второй подход и вес взят. Это еще один рекорд Украины. На живой карусели Денис прокатил 510 килограммов. Для него все просто. Сила духа плюс богатырский рацион. Ну, бывает, конечно, иногда, очень редко, когда так вроде посмотришь на себя, так немножко где-то там пузико растет. А мы же как артисты, мы должны выглядеть более грациознее, чтобы не было больших животов. Там такое, пытаться хотя бы это делать. И тогда бывает, ну, очень редко садимся на диету. Лена и Аня – воздушные акробатки всего 3 месяца. До этого они завоевывали медали в составе сборной Украины по спортивной гимнастике. Рекордов на спортивных аренах девушки не установили, а вот цирк вдохновил на единственные в своем роде полеты наяву. Еще никто в мире не смог исполнить этот трюк – 2,5 сальта в группировке. Вот у нас отпуск бывает там, ну, 2-3 недели, и ты просто под конец отпуска сходишь с ума, потому что ты не можешь вплеснуть себе в кровь такого адреналина. Ничего тебе не заменит то, что когда ты залазишь наверх, делаешь это жизнь. За этот год книга рекордов Украины пополнилась 400 новых уникальных достижений. В том, что показанные в киевском цирке трюки исключительны, сами артисты не сомневаются. Теперь остается ждать, сколько из них официально признает книга рекордов Гиннесса. Впрочем, как сознаются циркачи, настоящее признание для любого артиста не на страницах, а в глазах любимых зрителей. Оксана Кодунова, Олег Неведомский. Подробности, телеканал Интер.